Встречайте, Ольга и Игорь Подчиненковы, город Гродно. Очень рады встретиться снова в этом зале. На фестивале, который, в принципе, уже практически есть моя жизнь, потому что сколько лет связано с этим фестивалем, с этими людьми. Не хочется считать, чтобы... И сейчас мы споем песню, песня года у нас в этом году, нашего друга из Калининграда, Олега Корнеевца. Ну и всем известная, наверное, из истории, немножечко, так сказать, факт из истории 5 класса, история Древнего Египта. Ра – это божество верховное, солнце, верховный разум. И, в общем-то, в этой песне, на мой взгляд, соединилось время, то и наше. Эфир синего шатра, как устроен мир, видит око Ра. Видит ему, в общем, все равно, что и почему, знает он давно. Даже, может быть, знает обо мне, и что иногда вижу я во сне. Как там, вдалеке, на спине Ра, лучиком в капельке нежится свет, где плывут по реке красные яблоки счастья. Ты мое, где же ты, где? Несет урожайный год. Вот и весь ответ жизни простота. Суета, сует, только суета. Но проходят дни, тают вечера. В лодке золотой уплывает Ра. И когда-нибудь ветерком гоним в бесконечный путь я отправлюсь с ним. Туда, где вдалеке на спине радуги лучиком в капельке нежится свет, где плывут вдалеке красные яблоки счастья. Ты мое в тысячи. Мы не прощаемся еще с Ольгой и Игорем, мы их еще услышим в концерте. А сейчас приглашаем следующую участницу из клуба также неорганизованных бардов, город Гродно. Это Татьяна Шубзда, и также подыграет ей Павел Соловьев. Встречайте. Добрый вечер. Знаете, Павла у нас как-то... Павел больше известен как поэт,
Но на самом деле он еще чрезвычайно музыкальный человек. «Колыбельная луне», Яна Сима. Сейчас я хочу снова пригласить сюда наших представителей клуба неорганизованных бардов. Кстати, клубом неорганизованных бардов мы стали называться благодаря фестивалю в Витебске, потому что как-то Света Пышненко на 20-м фестивале подошла к нам и спросила: «А как называется ваш клуб или организация?» Мы говорим: «Мы не клуб, не организация, мы неорганизованные барды». И в итоге нам вручили диплом как клубу неорганизованных бардов. Ну вот, теперь мы клуб неорганизованных бардов. Это не весь клуб, больше на сцену не помещается. Мы просто решили, коль мы в этом году приехали таким большим составом из Гродно, то надо как-то всем на сцене поучаствовать, такие хоровые песни попеть. Стихи Сергея Каплана, музыка Александра Сафронова. Знать мы на верном пути, знать мы на верном пути, кто на восток, кто на запад затылками, с полными наполовину.
бутылками. Скоро должно расцвести, скоро должно расцвести. С каждой минутой все ближе мы, ближе мы. Солнце набухает зайцами рыжими. Кружку, и значит пора, и значит пора. Снова было пружину накручивать, снова над утренней жизнью подшучивать, втаскивать в нынче вчера, втаскивать в нынче вчера. Главное жить, сколько б жизни не минуло. Песня, которую написали Павел Гребенюк и Наталья Колесниченко. Досматривать легкие сны. Встань лицом на восток, давай раздувай зарю. Пусть ярче будет новый день, а пока начинаем виток. И ты будь со мною, вот тебе моя рука. Нелегкая эта работа, не мерить минутами счастья, не мерить минутами счастья и слышать дыхание дней. Я тоже порою не верю, но если попробовать вместе, но если попробовать с песней, то, может, и будет светлей. Встань лицом на восток, давай, раздувай зарю. Пусть ярче будет новый день, а пока начинаем виток. И ты будь со мной. На восток давай, раздувай зарю. Пусть
пусть ярче будет новый день. А пока начинаем виток, и ты будь со мною, вот тебе моя рука. Спасибо большое.